Снег не стал сюрпризом. Лидские коммунальщики к зиме готовы, а поэтому оперативно отреагировали на осадки. Техника жилищно-коммунального хозяйства появилась на городских улицах вместе с первым снегом. К противогололедной обработке дорог приступили 4 МАЗа и 3 трактора. Городские дороги и тротуары посыпали концентратом галит. Его только сегодня использовано 100 тонн и 10 тонн песко-соляной смеси. После обеда техника ЖКХ была задействована на расчистке дорог.